Не подойти и не подъехать на территорию Конаковской ЦРБ в разгар рабочего дня, по словам большинства пациентов, стало трудно даже подойти к главному входу поликлиники. Довольно объемная парковка всегда занята автомобилями, среди которых много такси. Наша съемочная группа решила проверить, так ли это на самом деле, и спросить мнение как водителей, которые там паркуются, мы так и пациентов. Мы выехали в район поликлиники Конаковской ЦРБ и убедились сами, что парковочных мест на стоянке возле ЦРБ не хватает. Порой здесь стоят таксисты с самого утра, и частные машины не могут подъехать к самому крыльцу. Не, ну если долго стоять, то мешают, но если нет, то если движение есть, то можно проехать. Вот вам мешают таксисты, когда вы подъезжаете к поликлинике? Да нет. Нет? Что они будут мешать? Они работают. Работают. Работать можно вызывать по телефону, а они что-то мешают. Ну, вызвали, подъехали. Ну, площадочку можно было сделать, конечно. Ну, пассажира привез и остановился. Ну, а вы часто здесь ждете клиентов? Нет. Просто случайно подъехали. Да. Вы видите площадку для автомобиля? Смотрите, тут негде машину ставить. А вы приехали кого-то забрать? Да. Ну, вы считаете, что площадь надо расширить? Конечно. Ты же сколько лет в Твери тоже. Сколько хотите, сделали же площадку в Тверской областной больнице. И здесь можно сделать. Таксисты мешают вам здесь? Ну, конечно, мешают. Ну, а что же делать-то? Ну, если только ждут кого-то. Хотя, ну, мешают действительно. Потому что вот мне сейчас идти туда, до крыльца, далеко скакать. Постоянно так. Машину надо вон туда знак бы поставить, чтобы отсюда был заезд, там выезд. Всего один знак, очень много проблем бы решил. Машин много. Есть среди них и автомобили с шашечками, водители которых, очевидно, ждут клиентов. Привезти больного человека, например, на костылях прямо к крыльцу ЦРБ довольно затруднительно. А ведь на въезде на территорию больничного городка стоит знак «Кирпич», который означает запрет въезда. Тем не менее, многие водители, несмотря на запрещающий знак, продолжают движение.